Итак, всем привет, друзья! С вами снова Иопро, Илья и Город. И посмотрите на эти сердечки, на эти замечательные сердечки и на эти замечательные очки, так сказать, голода и опыта. Потому что сегодня я выживаю и выживаю за читера. И да, сегодня мы будем выживать как читер. И да, у меня было такое видео на моем канале, когда я строил алмазную водную горку. Тоже в майне, конечно же. Поэтому я там сказал, что я типа хакер, и что это хакерская команда. Извиняюсь, команда читерская, я не хакер, я никого не взламываю. Поэтому не надо там всяким ФСБшникам жаловаться, вот тут хакер снимает на свой канал видео, что он хакер. Я не хакер, друзья, я просто читер. Да, я читер, и сейчас мы будем проходить Майнкрафт за читера. Кстати, сегодня я не один снимаю свое видео, сегодня со мной кто? Я. Да, это мой братик. Недавно у него было день рождения, ну а как недавно? Давно, уже, наверное, месяц назад. Ему исполнилось 5 лет. Итак, давайте начнем наше выживание здесь. И что мы сделаем, друзья? Мы сделаем вообще, поскольку все читеры такие очень у нас читерные, так сказать, то мы, смотрите, как делаем. Мы берем вот это вот и пишем: Лёшенька, пожалуйста, не надо мне дышать в микрофон. Пишем слэш, дальше... Наверное, все уже знают, что это такое. Гивы пишем. Гив. Что такое? У нас что, читы отключены? Как? У нас что, читы отключены? Ну как? Мы же за читера проходим. Нет, друзья, надо включить читы. Что? Так, где читы? Где наши читы? Ну вот. Продолжить все, наши читы включены, теперь мы можем спокойненько, друзья, вот так вот делать. Так, а как именно, сейчас покажу. Так, пишем на английском обязательно и GIF, проверяем вот тут, что вот внизу. Так, GIF, все, есть. GIF, собака, собака S. Давайте. Diamond. Чего? Horse Armand Diamond. Чего? Diamond Sword вон у нас появился. Так. Mond. Тьфу, мы же забыли нижнее подчеркивание поставить. И да, без пробелов. Sword. Все, друзья. И мы получаем алмазный меч. Так, а теперь смотрите, что нам надо. Нам нужен обсидиан, чтобы построить портал в ад. И нам нужно как-то еще огниво себе. И как будет огниво по-английски? Помогите, друзья, пишите в комментариях, как будет огниво по-английски, а то я не пройду Майнкрафт за читера. Итак, так, без заглавных букв. Гиве, собака, с... обсидиан. О, бедрок. Можно нормально вообще. Обсидиан. Обсидиан. Пси-ди-ан. И нам нужно его 8 штук, по-моему, да? А если вот так? Блин, там слэш или не слэш? Тьфу, нижнее подчеркивание или нет? Так, сейчас попробуем. Так. Обсидиан. А, ну вот обсидиан. И нам таких команд нужно прописать еще штук. Короче, много. Ух, ладно. За читера проходить тоже бывает нелегко. Да, друзья, надо было сразу нажать. Нужное число надо было выбрать. И вот мы получили 12 обсидиана, друзья. Что ж, что-то я сразу так думал. Писать число без пробелом или там нижнее подчеркивание... Нет, друзья, все в порядке оказалось, и надо было вот сразу так делать. Так, ай, да, мы же не можем летать, я же совсем забыл. Так, то есть у нас здесь получается уже 1, 2, 3, 4. Но я думаю, так будет достаточно, 2 или чтобы обсидиан сэкономить. Так, теперь строим под себя. Вот мы будем предельно маленький портал строить. Так. Как бы он же все равно заработает. Конфигурация значения не имеет, я так понимаю, да? Давайте еще сюда достроим. И вот сюда достроим. И ё-моё, кажется, нам не хватит обсидиана. Нет, хватило.
Итак, мы получили вот такой вот маленький портальчик. Надеюсь, что он зажжется. Да, кстати, мой братик прибежал снова. Вот такой портал, Лёш, как ты думаешь, зажжется такой портал? Да нет! Почему? Ну, должен же зажечься. Ладно, кстати, нам обсидиана прям точь-в-точь хватило, 12 штучек. Ладно. Блин, что-то у меня кашель. Короче, сейчас я зайду в переводчик, посмотрю, как там огниво пишется. Так, я разузнал все-таки, как пишется огниво, флинт. Но все-таки нам нужно как бы зажигалку, поэтому end пишем вот так. End. Все-таки классно проходить Майнкрафт за читера, согласитесь, да? Steel. Так, все, steel. Все, давайте. Опа, поджигаем. Блин, не работает. Я чуть не сгорел, ё-моё. Так, нет, это мы долго будем. Давайте алмазным мечом. Так, окей. Давайте мы, знаете, что сделаем? Раз уж нам надо было в ад за оком Эндера, да, Эндер Пёрл, то тогда мы просто их получим. Почему бы и нет? Да, ведь, друзья, гиф, тьфу, доллар, собака, с... Как там пишется Эндер, око Эндера, как? А, Эндер... Иф. Эндер Ай. А так, что у нас еще там есть? Эндер Портал мы не можем сразу взять? Ну-кась. О, End Portal Frame. Да, давайте так и напишем. End. Так, стоп. Нам же надо вот это поставить. Да, я вот уже его вижу, он третий снизу. Портал. Короче, у нас заминочка получилась, собственно, с тем, что мы хотели, то, что мы вообще построили неправильный портал в ад. Блин, что-то у меня с горлом случилось. Ладно, ничего. Доживем уже до конца ролика. Фрейм. Ага, все. И да, надо еще поставить, сколько их нам там нужно? 12 нам нужно. Тьфу. Вот, 12. Все. Опа, класс. Ё-моё, сейчас мобы выйдут. Ё-моё. Надо скорее строить портал и кидать туда эти, как их звать-то? Ну, вы поняли, чего надо кидать в портал, да? Как бы кто не знает. Яичко! Я могу его скушать. Ну-кась. Я кинул яйцо. Нафига. Так. Чего? Нет, только не криперы! Только не криперы! Нет, криперы, только не криперы. А чё? Ой! Крипер, ты чё, офигевший, что ли, крипер? У меня тут, блин, всё на вес золота! Они тут разбегались, понимаете ли, тут. Офигенно он взорвался, ещё меня задамажил. Просто ужас. Надо скорее отсюда выметаться, чтобы они тут не взорвали тебя живьём. Так. Так, быстро достраиваем этот портал. Ёлки-палки, тут еще достроить, надо все застроить, а то ничего не сработает. Тьфу, у нас земля кончилась, все, пофиг. Главное отсюда сбежать. Так, 4 осталось, 3, 2, и вот сюда его присоединяем. И быстро в него прыгаем. Нет, его надо было вокруг себя строить. Нет! Быстро прописываем команду, ё-моё! А, гиф! Ё-моё! Собака есть, что там нам надо? End. Что там end нам нужно? End. Ай. Е-у-е, короче, все, е-у-е. И сколько нам их надо? Тоже 12. Все, поехали! Чё? Тьфу ты, я там уже одного зомби завалил. Видите, у меня опыт... Ошибка, я, блин, команду неправильно прописал, ну чё же я за читер вообще? Срочно, пока нас, блин, не за это, не кокнули здесь. Собака S, end. Лёш, хватит пыхтеть. Я понимаю, конечно, ситуация напряженная, блин, мы вот это забыли поставить. Е, у, е, 12 штук, все. Да чё вам опять не так? Ай, тут криперы, тут скелеты. Они сейчас, блин, мой эндер-портал взорвут. Не хочу. Когда эта долбанная ночь кончается? Нет. Чё я там неправильно написал? Я не понимаю. Главное, чтобы крипер сюда не пришел.
Ненавижу криперов. Чё вам не то? Чё вам не то было? Может, я опять команду неправильно прописал? Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях обязательно. Поддержите меня лайком. Напишите, что я сделал не так. Что я не так сейчас пишу? Что я? Читеры, алло, отзовитесь, пожалуйста. Подскажите, как мне это пройти вообще? Ипсобака S. Енд. Энд. Чё я не... друзья, эндер. Эндер, друзья. Эндер. Все, друзья-читеры. Наверное, вы мне помогли. Спасибо, конечно. Так, почему мы взяли один... Ё-моё. Эндермен! Нет, только не Эндермен! Нет. Ё-моё, там зомби! Друзья! Срочно закапываемся! Закапываемся куда-нибудь! Я не знаю вообще, куда копаемся! Просто закапываемся вон туда, куда-нибудь, яму, все, мне вообще пофиг, куда! Все, закрываемся, все, друзья, я буду тут сидеть. Так, друзья, я тут прописал команду, получил факелок. Замечательно. Ну-ка, надеюсь, там ночь кончилась. Ё-моё! Ну-ка, стоп. Ну-ка. Надеюсь, сюда крипер не прибежит, ё-моё, надо вот так. А представь сейчас так, Лёх, представь сейчас так, и бабах, крипер меня взрывает, и всё. А, давайте пока, ночь идёт, не будем просто тупо терять время. Быстренько здесь вот так пропишем команду. Гиф. Надеюсь, там с моим порталом ничего не случится. Гиф собака S. Что нам надо? Эндер. Ай. И сколько нам их надо? 11. Поскольку один у нас уже есть. Все, мы получили. Давайте, дождемся утра. Ё-моё! Я слишком рано, что ли, отсюда вышел. Ух, первый уровень опыта, друзья. Все, мобы исчезли. Фух, ничего с моим порталом не случилось. Давайте дальше. Так. Красиво, да? Играют музычку прям. А теперь смотрите, что мы делаем. Мы просто хакерским методом. Чё? Нет, вы что, издеваетесь? Или это еще поджечь надо? Ё-моё! Не-не-не-не-не-не! Фу-фу-фу-фу-фу! Ай! Ё-моё! Ёлки-палки! Нет! Потушись! Фух! А там хоть огонь-то... Ё-моё! Хопа! Чё я сделал не так, друзья? Чё я сделал не так? Почему портал не работает? Может, его строить вокруг себя надо было? Так, ладно, давайте все сначала, только я не буду это снимать долго слишком. Привет. Ага, друзья, вот смотрите, для вас вообще никакого времени не прошло, на самом деле уже целый день прошел. я вчера снимал вечером, а сейчас уже вот утро, а день следующего дня. Да. И сейчас, я продолжаю снимать, я уж сам не помню, что там было в предыдущей серии. Блин, мне пожрать надо ты коровку. Ты портал неправильно построил. Я в курсе, надо сначала коровку убить, а то я блин, пожрать хочу. Так, сидим. Ням-ням-ням-ням-ням. Все. Сейчас должно... А, нет, еще не все. Ну, все, сейчас должны восстанавливаться хпшки. Да, я построил его, надо было вокруг себя строить. И надо еще отработать команду, которую бьет эндер-дракона. То есть, вот, например, какая команда? Она должна быть по-любому kill. Kill-ы-лы. Да, и, кстати, кто со мной сегодня? Со мной сегодня Коля и кто? Я Алексей Храмов. Алексей. Всем привет. Я обязательно всех запишу. Kill – собака. И дальше мы смотрим кого. А, все игроки. Собака. Е – все сущности. П – ближайший игрок. Р – случайный игрок. И С – вы. Так, мне позвонили сейчас. Значит, мы выберем собака Е, напишем, и он убьет всех сущностей эндерменов, и в том числе дракона. Нам даже его дамажить не надо будет. А давайте прямо сейчас это сделаем. Так вот, сейчас мы это и сделаем. Будем опять строить портал, но его надо строить, я забыл, вокруг себя, стоя в центре. В одном, в этом мире, не в краю. Так вот, мы же вот сейчас строим портал. Блин. Мы сейчас, кстати, сидим в школе, да? Мы уже после уроков. Сейчас мы должны тпхнуться в эндермир.
Кстати, на мой канал вы тоже можете подписаться. Он называется Иллюминат 1. И чё? Почему? Тоже. Я чё, его неправильно сделал? Как? Да, ты неправильно сделал. А как? Там одно око было косо поставлено. Давай покажу. Вон оно. Да? А как сделать, чтобы оно прямо было Давай поставлено? Давай покажу. Надо разбивать. Ха-ха-ха, я домажусь. Надо портал, что ли, разбить? Чем? Нет, не весь. А... Как я око разобью? Как? Не око, а только вот этот блок. Я его так просто не разобью. Может, проще еще один портал построить? Ух. Как же меня это бесит. Так, друзья, мы попали в эндермир. И, блин, тут эндерменов до хрена и больше. Дайте мне сейчас быстро пропишем команду. Быстро, только чтобы они меня... Уничтожить их, я приказываю. Килл. Собака С. Так, быстрее, хоп. Я не понимаю, что сейчас было. Так, друзья, снова здесь. Перья моё, тихо. Тихо, тихо, тихо. Пробираемся туда. Осторожно, друзья. Ё-моё, уйди. Что нам делать? Я не мог, я не схакерить и не считерить. Точнее, это больше читерство, чем хакерство. Но видите, как видите, я этого дракона просто вот так вот нафиг дамажу из креатива, потому что мне уже надоело уже выживать. Кстати, Лёха до сих пор со мной, да? Да. А Коля уже смотался. Тебя в титрах называть или ну нафиг? Называть. Ну хорошо, только ты сейчас не смотайся никуда. Где мой меч? Я смотаюсь через 5 минут. Ну сейчас мы только меч возьмем свой. Вот так, замечательно. Пока эндермена не видали, да, такого? Эй, он там. Стой, тьфу, зарядка еще кончается. Ну, ты где? Дракон. Вот. Да, сейчас он сюда сядет. Мы его здесь подловим. Бей, не жалей. Ладно, сейчас я поставлю камеру на паузу, когда я его убью, включу. И смотрите, сколько у нас тут опыта. Сразу 61 уровень. И что ж, прыгаем в портал. Я уже снимала там на такое подобное видео. И вот все. Майнкрафт. Fortnite Короля Буря? Нет. Вот, все, друзья, мы прошли Майнкрафт за читера за один день. Но для вас это быстро было, поскольку же я вот так вот смонтировал все. Давай, где эта надпись? Где эта надпись? Ты случайно не видишь? Типа, I see the player. А вот, I see the player you mean. Это я. Короче, понятно. Что ж, друзья, все. Да, друзья, и еще я могу вам посоветовать одного пацана. Если вы играете в Brawl Stars, то... Это я, Мирендос, да, это я, Мирендос, я в Brawl Stars и Мирендос. Вот, то напишите на этот канал, мне передадут это, и вы сможете купить аккаунт с двумя легендарками за 250 рублей. Да, друзья, поэтому что ж, с вами был я, Про Илья Егород, и еще кто со мной был? Алексей! Да, еще мой брат Алексей тоже, когда я дома снимал видео, и мой видео, и еще мой одноклассник Коля. Итак, всем пока!